сегодняшнее наше такое действие – это сравнить нашего американского коллегу с нашим белорусским хлеборобом. Поэтому сейчас вот они уберут это поле. Поле очень достойное. Показывает, датчики показывали даже 120 центнеров с гектара. Это очень хороший результат. Наверное, один из лучших в стране. То вот сейчас поле уберут, и тогда будут сравнивать и посмотрим, кто все-таки более успешен и куда нам еще надо приложить свои идеи, чтобы сделать еще лучше нашу технику. Наш комбайн новый, сейчас смотрим, и, говоря простыми словами, уже достаточно высокого уровня. Может, по комфорту и по комплектации там электронных каких-то составляющих частей он еще уступает John Deere, который ходит в поле. Но, тем не менее, по своим каким-то механическим характеристикам, по сохранности урожая, по скорости молота, он уже приблизился вплотную. Поэтому хорошая техника, хороший комбайн. Самое главное, люди, которые работают на этом комбайне, довольны. И говорят, надо же, научились делать. Я думаю, это лучшая характеристика.